Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова. И сегодня у нас с вами будет видео. А что ты смотришь, Миш? Специально, что ли? Нет. Чтобы запикать потом? Нет. Удали. Давай. Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова. Помимо основного каталога Oriflame, у нас всегда идет дополнительный каталог Выгода Плюс. Ой, Миша, я не тот каталог взяла. Блин, ты специально, что ли? Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова. Помимо основного каталога Oriflame, у нас всегда еще действует дополнительный каталог, он называется Выгода Плюс. Его можно увидеть только в электронном виде. И этот каталог доступен всем абсолютно консультантам, кто размещает в течение предыдущего каталога суммарные заказы на 100 бонусных баллов. И сейчас мы вместе с вами полистаем этот каталог, и я расскажу, что мне нравится, и просто расскажу о продукции, которую знаю. Приятного вам просмотра! Каталог Выгода Плюс начнется 6 июня и заканчивается 19 июня, идет 2 недели. На первой страничке нас ждет с вами сюрприз. За каждые 10 баллов из этого каталога в ваш заказ будет вложен случайный бонус от Oriflame за 3 рубля. Это будет какой-то пробник крема, помады или аромата. Итак, первая страничка нас радует ароматом: туалетная вода Divine Royale за 899 рублей и парфюмированный лосьон для тела. Очень красивая парочка. Парфюмерная вода приходит в коробочке, такой вот красивый изогнутый флакон в виде фигурки девушки, такой вот гибкий стан. Аромат восточный, вы можете почитать состав аромата более подробно. Для меня этот аромат один из любимчиков, очень много им пользовалась зимой, осенью и начало весны. Нежный, мягкий, он у меня абсолютно не ассоциируется с восточными. Восток для меня это что-то такое тяжелое, пряное, обильное, а здесь же просто какая-то нежность и мягкость. Очень понравился аромат, тоже его рекомендую всем попробовать. Конечно, максимально старайтесь аромат тестировать через пробники, прежде чем покупать. Следующая страничка. Многофункциональная водостойкая тушь 5 в 1. Серия The One Wanderlash. Обратите внимание, что эта тушь не смывается водой или обычным средством, например, мицеллярной водой, она точно не смоется. Самой туши у меня нет, покажу вам ее кисточку. Кисточка будет примерно вот такая, чуть-чуть больше закруглен будет кончик, и эта тушь будет смываться только средством для снятия водостойкой косметики, больше ничем. Поэтому, покупая такую тушь, сразу ищите средства для снятия водостойкого макияжа. Здесь же у нас представлены спонжи матирующие многоразовые за 199 рублей. Они идут в футляре зеркальцем, 2 штуки, два спонжа. Их можно помыть, постирать и дальше ими пользоваться. Слушайте, очень классная штука для тех, у кого жирная кожа, просто чтобы промокнуть кожу и она сразу стала матовой. Далее, трафареты для контурирования. А что делают эти трафареты? Они помогают нам как бы нанести средства для контуринга, чтобы сделать форму лица. Но, честно говоря, немножечко не знаю, как ими пользоваться, даже вообще не знаю, никогда не заказывала. Обычно смотрю по форме лица, туда и наношу нужные продукты. Следующее у нас палетка. Это палитра маскирующих средств. Слушайте, я раньше думала, что лучше этой палитры я ничего в жизни не встречу. Вот так она выглядит, маленькая, компактная, с зеркальцем. Пудрой я не пользуюсь, то есть здесь третий продукт — это пудра. А вот два средства, смотрите, они очень плотные. Один в розовый идет тон, другой бежевый. И вот с ними мне очень нравится работать, потому что чудесным образом перекрывает все недостатки и маскирует несовершенство кожи, при этом не скатываются, не собираются, качество на высоте. Обожаю эту палетку. Но так как у нас сейчас вышли еще новые палетки, такие круглые,
для разных оттенков кожи. Как и здесь, кстати, здесь три варианта. У меня самый светлый, тот, что я вам показала. Конечно, вы выбираете то, что вам больше нравится и больше подходит. Но от этой палетки я в восторге. Помада Giordani Gold, да еще не простая, а икона стиля. За 299 рублей 8 оттенков. И у меня есть оттенок золотистый медный 304-58. Сама упаковка, конечно, всегда серии Giordani классная. И помада. Давайте попробуем. Вот такой цвет. Он немного в рыжинку, такой коричнево-рыжеватый. Очень перламутровый, много-много шиммера, много блеска. И помада, конечно, выглядит эффектно на губах. Она такая яркая, сочная. Следующий продукт — это тональная основа Cushion. Вот так выглядит баночка, толстенькая, пухленькая, кнопочка легко открывается, есть зеркальце, есть спонж, он у меня мокрый здесь. И вот так вот мы открываем крышечку, а внутри нас ждет сам нужный нам продукт. Мы его вот таким образом набираем, то есть на спонж набрали, на кожу переносим. Кожа получается очень молодо выглядит. Я была удивлена, то что я когда нанесла Cushion, у меня сразу такое лицо помолодевшее. Смотрите, какая ровное какое сразу покрытие. Немножечко темноватое пока для меня, я еще вообще не загорала, мазалась автозагаром, но он уже смылся у меня. Кстати, автозагар — палочка-выручалочка моя. Вот такой классный продукт, супер просто. Сейчас немножко подзагорю, буду им пользоваться. Что меня порадовало, я им пользовалась прошлым летом, продукт пролежал практически вот всю осень, зиму, весну, уже лето, а здесь его очень много. То есть я нажимаю пальцем, а там его очень-очень даже много. То есть такой долгоиграющий продукт. Вот так вот я его складываю и закрываю. Все, ой, обляпала немножко, но не страшно. Далее двойные тени Giordani Gold. Как говорит моя подруга Ольга, золотой директор Oriflame, она говорит, что лучше теней в жизни еще она не встречала. А я себе такие никогда не заказывала. Я их все пробовала в бизнес-центре. Тени действительно шикарные, они прекрасно тушуются, пигментные, да, высокий уровень пигментации, сочные, насыщенные, можно делать растяжку чудесно. Вот, ну действительно они классные, но у меня так много теней, что я всегда только на них слюни пускаю, но не заказываю. Далее отшелушивающая губка со скорлупой грецкого ореха. Я не брала этой серии Beautanicals, но отзывы разные. Кто-то говорит, ерунда, а кто-то говорит, да вы что, это такая прекрасная губка. Поэтому если вы заинтересованы, возьмите сами, попробуйте и нам потом расскажете. Парфюмированный крем для тела Divine, такой бочонок 250 миллилитров. Если вы любите аромат Divine классический в голубом футляре, то крем был бы идеальным партнером к этому аромату. Далее лосьон для рук и тела с бузиной и бергамотом. Вот такой прекрасный лосьон серии Essence and Co. с натуральными эфирными маслами. Аромат бомба просто. Очень удобно то, что есть дозатор, вот такой носик. Большой объем 300 миллилитров. У меня всегда есть такие продукты дома. Сейчас у нас только закончилось жидкое мыло из этой серии. Пользуюсь сейчас как раз лосьончиком. Ну, просто забыла взять. Просто забыла. Есть у меня ирис с ирисом. До этого был жасмином еще из прошлой коллекции. То есть этот продукт один из любимых у меня лично. Всегда себе беру, хоть он и не дешевый. Кстати, здесь цена очень даже приятная. Если смотреть, 250 миллилитров Divine 299 рублей и 300 миллилитров с натуральными эфирными маслами. Я бы, конечно, выбрала бузину и бергамот. Следующая маска для лица против черных точек. Вы знаете, я когда стала пользоваться комплексным уходом от Oriflame, через какое-то время черные точки от меня сбежали и больше не возвращаются. Так что просто ухаживайте за кожей, и у вас будут всегда чистые поры, и такие маски будут не нужны. Но если они все-таки у вас есть, то маску рекомендую. Брали, пробовали, работает, все хорошо, и отзывы тоже на нее хорошие. Массажные круглые щетки. Да, у нас есть щетка круглая, малая, и
аж 3D щетка для подкручивания волос. Щетки в Oriflame всегда прекрасны. Сколько я раз брала себе массажки, и круглые, и плоские, и тонкие, и все, я ими очень довольна, мне они нравятся. Поэтому, если нужен именно такой формат, берите смело, качество у них отличное. Дезодорант, давайте посмотрим, 119 рублей, отличная цена, кстати, осветляющий, а с осветляющим эффектом, ого, здорово. Я не брала эту серию, не знаю. А есть еще нежный, где он, а спрей дезодорант внизу, и цены смотрим: на шариковый 119, а на спрей 179. Мне кажется, это хорошие цены, по крайней мере в каталоге последний раз я брала дезодорант дороже. И один из моих любимых продуктов, вот такой вот гель для бритья, и как правильно сказать, гель для интимной гигиены и бритья, два в одном, за 199 рублей. Смотрите, большой, 200 миллилитров. У меня он очень долго, и, кстати, в прошлую распродажу я уже себе взяла второй. Почему? Очень нравится, очень нравится, поэтому его всем рекомендую. Гель такой нежного цвета. Ой, какой красивый пузырь получился, вам видно? Какая фантастика, и весь переливается, такого нежно полупрозрачного белого оттенка с ароматом тоже таким малоприметным, то есть очень нежный аромат. Я им с таким удовольствием пользуюсь, и что я заметила, у меня совсем пропало раздражение на вот коже, где интимные места, когда удаляешь нежелательную растительность. Это так радует. Поэтому, девчонки, вот продукт крутой. До этого был гель для бритья отдельный. Я брала, как-то он меня не впечатлил. Этот очень нравится. Буду его все время заказывать. Надеюсь, его не снимут с продаж. Так, здесь у нас для мужчин. Мужчин побалуем парфюмированными спреями. Два разных варианта. Не знаю про них ничего, но состав мы можем почитать внизу. Ароматический фужерный, лимон, корень имбиря, бобы тонко. Будет такое интересное сочетание, вот это вот бобы тонко, они обычно дают небольшую такую сладость, сексуальность, а лимон, он даст, да, вот эту вот свежесть, свежесть, кислинку, даже неожиданное сочетание. А здесь у нас восточный фужерный, ананас, лаванда, тисовое дерево. Ну, что мне знакомо, это ананас и лаванда. Лаванда дает несколько резкую нотку, он действительно такой мужской аромат лаванды, для меня как бы, да, больше. А вот ананас, он дает сладость, сочность, расслабленность, какой-то, не знаю, драйв. Честно говоря, удивительное сочетание, мне же захотелось их попробовать. Мужские аксессуары. Мужская косметичка, тоже не видела, не знаю, имитация кожи, это ручки, я так понимаю. Далее полиэстер, это подкладка, а сверху хлопковая парусина, то есть вот этот серый материал, это хлопковая парусина. Так, куда у нас? А бумажник для карт, имитация кожи и подкладка полиэстер. Цены вы видите, да? Размеры тоже важно учитывать, потому что, да, мы когда смотрим на продукт, мы можем, да, немножко ошибиться в размере, поэтому всегда смотрите цифры. Косметичка 20 на 8,5 и на 13, то есть 13, 20, а посерединке 8,5, то есть она такая пузатенькая. А бумажник, он небольшой, 16,7 на 10 и на 1 сантиметр, как раз мужской такой вариант. Аромат, это парфюмированная вода, So Together, So Five Together Hyo. Я просто ее называю Together Hyo. Крутой аромат на самом деле, очень вкусный. И если вам нравятся такие вот восточные нотки, почитайте состав. Тут красная смородина, сорбет, острый перец, драгоценный сандал. То вы понимаете, что этот аромат будет такой сексуальный, сладковатый, приятный. И смотрим всегда стойкость аромата, достаточно высокая, 3 точки. Так, аксессуары. Как я люблю эту тему, и как я сожалею, что у нас из каталога ушли аксессуары.
Очки. Крутые очки. У меня такие есть у подруги. Все время на нее смотрюсь, завидую, потому что они ей идут, просто идут. Легкий шарф с абстрактным принтом. Его можно и как парео носить, и как платок на голову, и на шею. То есть крутить можно, в принципе, с такими вот парео, потому что вы, если посмотрите размер, здесь 190 на 90, можно много чего придумать. Топы сделать, юбки, то есть сарафанчик какой-то легкий, все что угодно. Здесь у нас две сумки, одна такая свежая, желтенькая, позитивная, а вторая с красивым таким, с перфорацией, с красивым рисунком. Мне вот эта сумка очень нравится, очень. Я на нее все время облизывалась, но так как я не ношу такие сумки сейчас большие, если уж я что-то несу, то я несу в рюкзачке, а обычно у меня маленькие или на поясные сумочки. А вот большой платок с анималистичным принтом, я вам даже рекомендую посмотреть видео, недавно на него наткнулась, у меня в Instagram есть и на канале YouTube, я показываю, как из этого платка, а это платок 1,30 на 1,30 м, как я делаю красивое платье, буквально вечернее. Я вам сейчас покажу сам этот платок. Видите, он очень огромный, поэтому я вам его только кусочки покажу, но вы найдете видео и посмотрите полный формат. С одной стороны бледный рисунок, то есть окрас полноценный, односторонний. И вот эта красота яркая, сочная. Посмотрите, какой рисунок. Там изображена зебра, огромная зебра с крыльями. Вот это ее крылья. Зебра такая красивая. И сочетание цветов нереальное. Очень нравится. Обожаю этот платок. Его заказала себе сразу, не задумываясь, только когда я его первый раз увидела, сразу сказала, это мое украшение. Да, бижутерия Oriflame эффектная. Ноская. Вот кольца в наборе, вы можете их как бы миксовать, розовое, голубое, или два розовых, два голубых по отдельности. Ожерелье, аквамариновое ожерелье и серьги. Серьги, как вы видите, трансформеры, можно носить маленькую такую часть одну, можно накидывать вот эту насадку, и будут более такие объемные длинные серьги. Кстати, серьги очень красивые. Если ожерелье для меня, мне кажется, какое-то громоздкое, а серьги вот самый раз. Я люблю такие объемные, красивые, яркие серьги. Можно на модели посмотреть, вот тут маленький кружочек. Классно смотрится, на самом деле, очень даже интересно. Интересные серьги выглядят, как будто это ручная работа. Да, вот посмотрите, такое плетение. Интересное плетение, как будто вот пальчиками закрутили соломку, так здорово. Объемные серьги с жемчугом, такие гигантские кольца массивные, и браслет с шарами, которые все сияют, потому что они усыпаны кристаллами. И кольцо с натуральным камнем. А камень у нас какой, не написано. Похоже на аметист, да, немножко. Не помню, какой здесь камень. Набор. Наборы, кстати, вообще выигрышный вариант. Вы получаете сразу три пары гвоздиков. И можете уже быть спокойны, что у вас есть и на вечер, и на день. И просто золотой акцент небольшой. Плед. Конечно, у меня такой плед есть. У меня их было два. Один я недавно подарила своей, как сказать, жене моего брата. Вот такой чудесный плед, я его обожаю, я всю зиму им пользовалась, даже вы видите, что здесь кот был рядом, его шерсть. Он такой чудесный, этот плед, потому что он не огромный. Если вы посмотрите на его размер, то вы поймете, что это уютный плед, в который можно просто завернуться, 1,30 на 1,60 м, и просто уютненько согреться. Можно на ножки просто его намотать или на плечи накинуть. Я в нем и на улицу могу выйти, на лавочке посидеть. Очень кайфовый пледик, маленький такой, уютный. Далее нас ждут подарочный набор носочков, размер от 36 до 39, две пары, красные, серые. Кстати, можно вот так миксовать, один красный, один серый, это сейчас очень модно. 499 рублей, вот такие вот носочки. И завершает обзор, по-моему, да, последний продукт, это
молочник. Молочник в технике деколь. Сделан рисунок 400 миллилитров, и это фарфор. У меня нет молочника сейчас рядом, я вам покажу сахарницу, она точно такая же, как молочник. Только представьте, там будет без крышечки, с длинным носиком. Вот такой фарфор, чудесный рисунок. Вот этот мне очень нравится. У меня полный комплект есть, и заварочный чайник, и чашечки, и все-все-все. Вот в такой коробке приходит продукция. Мне кажется, вы не прогадаете, если закажете себе такой молочник, он станет украшением стола. Посмотрите, как это здорово выглядит. Ручная роспись, кстати. Вот, я очень-очень довольна этой посудой. Спасибо вам огромное за внимание. Желаю вам приятных покупок и всегда иметь доступ к каталогу Выгода Плюс. До новых встреч! Если есть вопросы, пишите в комментариях. Всего доброго, пока-пока!